Песня «Аист на крыше». Именно эта композиция принесла воспитанницам детского сада «Яслей номер 70» победу в номинации «Детский сюжетный игровой танец». Маленькие бобручанки участвовали в конкурсе такого уровня впервые. О том, что победят, музыкальный руководитель коллектива и не думала. Ехали просто поучаствовать. Не все сразу получалось, потому что очень тяжело вот крылья, палочки держать в руках. Но они молодцы, справились. О конкурсе узнали в интернете, решили рискнуть и подали заявку, делится музыкальный руководитель. Посоветовались с хореографами, закупили ткань, придумали и сшили костюмы. Примечательно, что в саду нет танцевального кружка. Однако администрация заверяет, теперь он обязательно появится, причем в ближайшее время. Танцевальный кружок у нас начнет действовать, я думаю, что с декабря месяца мы привлечем сюда наших музыкальных руководителей и, я думаю, остановимся на детях старшей группы. Маленькая Злата уже давно занимается танцами, но в будущем хочет связать свою жизнь с менее творческой, но значимой профессией. Планирует стать врачом. Но музыкальное хобби ей тоже очень нравится. Мы рады, что мы победили на конкурсе и заняли первое место. Родители во всем поддерживают творческие старания дочери, планируют и дальше развивать ее танцевальные навыки. С самого детства, как начала бегать, свою танцовую, сразу мать говорит, что будет танцевать и все остальное. Ну, куда-то определять надо в любом случае. Медали, дипломы, купоны в аквапарк и только положительные эмоции. Участницы свою победу точно не забудут. Впереди у юного коллектива еще много танцевальных конкурсов. Остается пожелать им очередных творческих успехов. Анастасия Шевцова, Андрей Богдан, Бобруйск 360.